Как думать и говорить? Атма. Будем атма. Растопим грудную клетку. Атма. 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 Ёбушки простукиваем. Атма. 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 Бёдра и ягодицы простукиваем. Атма. 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 Простукиваем бёдра. Атма. Будем тело, встряхиваем тело. Атма. Расслабляем кисти рук, ладошки. Только ладони. Не мое. Не мое. Не мое. Не мое. Божье. Божье. Все Божье. Не мое. Не мое. И показываем себе в руках ничего. Не мое. Не мое. Божье. Все Божье. Бог, все твое, не мое, 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 не мое. Хорошо. Теперь от локтя. Спряхиваем напряжение от локтя. Сначала медленно, а потом можно интенсивнее. Как баджаны поем. Сначала медленно. А потом интенсивно, 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 интенсивно. А потом от плеча, плеча. Можно прям руку на плечо и встряхивать обои. Чтобы весь груз ушел с плеч. Напряжение, чтобы ушло. Хорошо. Центрируемся. Теперь трижды пропоем асатому. Ну, кто знает, поет, остальные подхватывайте. Будем вращать руками. Посмотрите, второй, третий раз получится. Вращаем руками. Асатома, садграмая, хамасома, джотиргамая.